Я считаю, что себя надо настроить на позитивные нотки, слушать позитивную мажорную музыку и радоваться природе, погоде и так далее. Читать? Какую-то специальную литературу или развлекательную? Ну, думаю, недельку пострадать, а потом повеселиться. Я думаю, нужно стараться все-таки общаться на расстоянии хотя бы с родственниками. Я думаю, родственники всегда помогут. В интернете много всяких там роликов у психологов, советов. Я живу с мужем уже 30 с лишним лет, поэтому я не знаю, что такое расставание. Если в другой город уезжаешь и скучаешь по городу, как пережить расставание с городом? Надо привыкнуть к новому и возвращаться иногда в старый. Люди приходят и уходят, ничего не бывает незаменимого, в том числе и мужчин. Лучше, чтобы не случалось, уже сделать все для того, чтобы не случилось. Если случилось, ну, значит, нужно заниматься спортом, наверное. Легко и просто. Пойти купить пирожных сладеньких, наесться, посмотреть фильм, и все хорошо. Так все быстро пройдет? Ну да. А расставание с кем? Ну, давайте будет с мужчиной. Вот именно так и надо сделать. Это круг.